Любой шлак – это позволительно. Соседов предрек отечественному шоу-бизнесу серьезные проблемы. Музыкальный критик Сергей Соседов вновь в пух и прах разнес отечественную эстраду в интервью с журналистами. Так эксперт заявил, на сегодняшний день он не может назвать ни одного артиста, который бы являлся по-настоящему талантливым. Это кризис времени, эпохи, вкусов, музыкальной моды. Это всеобщий кризис, тотальный вселенский кризис. Почему бы высокая эстрада? Потому что была великая композиторская и поэтическая школа. Сегодня вся эта композиторская и поэтическая школа выброшена, уничтожена. Каждый сам пишет то, что может. Все стали авторами песен. Нет худсоветов, нет цензуры. Каждый выдает то, что хочет. Любой шлак позволительно. А я согласна с Соседовым. Взять хотя бы песню, которую Манижа написала для... идет на Евровидение с этой песней. Russian Woman. Это вообще бред. Вообще бред. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И буду освещать все события в нашей стране и за рубежом.